Мы сейчас пригласим в эфир Марата Амировича Мунбаева. Марат Амирович, ждем вас с информацией по доходности. Всем добрый вечер, господа. Добрый меня вечер. Видно, слышно? Отлично, видно и слышно. Здорово, рад всех приветствовать. И ребята вот только что показывали, рассказывали, что происходит на рынке. Действительно, рынок нас радует. И сейчас мы фиксируем новые рекорды в плане там, активных пользователей биткоина или криптокошельков. Там перевалило за 40 миллионов человек. Это тоже своего рода такой показатель, что доверие к блокчейн-индустрии все выше и выше. И, ну, думаю, вот эта вот положительная тенденция, она продолжится, и, соответственно, нас будет радовать. Да, сейчас, наверное, можно констатировать, что эпоха блокчейн-технологий настает. Давайте оглашу цифры, просто по времени регламент. Егор немножко срезал мое время. На сегодня вот доходность за две недели. Я сегодня хочу огласить доходность за две недели сразу. И это, ну, 50% того, что мы за две недели с ребятами наторговали. Ребята действительно, ну, бились достойно, так сказать, условно. Да, там, да, были ошибки на прошлой неделе, на этой неделе. Но в целом результат, можно сказать, очень такой, ну, 5 с минусом, да, так, хороший, да, там, или 4 с плюсом, да, там. И на сегодня 0,47 это по биткоину, 0,58 по эфириуму и 0,55% по USDT. Это доходность, которая будет начислена инвесторам по результатам двух недель. Это уже с учетом, что это 50%, ну, в рамках антикризисной программы. И то, что на сегодня будет списано в пользу сокращения кассового разрыва, я оглашу прям по отдельности, по каждому пункту, по каждой статье. Это 50% от дохода счета накопительный. По биткоину у нас 11,16 будет списано в пользу кассового разрыва. По эфириуму 283,95 и по USDT 926 933 доллара. По Sunrise программе, и включая Solara, 9,56 это эфириум будет списан, биткоин будет списан, по эфириуму 243,38 и по USDT 794 514. И прибыль управляющей компании Мирфинанс составила в биткоинах 6,38, в эфириуме 162,26 и в USDT 529 676, и тоже будет списано в пользу кассового разрыва. И 50% гонорара управляющих активами, это 7,97 по биткоину, 202,82 по эфириуму и 662 095 USDT по USDT. В итоге сумма это в биткоинах 35,07, по эфириуму 892,41 и по USDT 2 913 218 USDT. Суммарно, если в эквиваленте по USDT на момент, когда мы фиксировали эти данные, это составило 7 562 640 USDT. И на сегодня кассовый разрыв составлял 29 176 470 долларов, и с учетом сегодняшнего списания у нас в остатке сейчас разница 21 613 830.
Вот такие цифры на сегодня. Надеюсь, я вас обрадовал. И на самом деле очень много вот в последние дни радостных новостей в компании. Ну, очень много активности по проектам. В целом все проекты движутся в плановом режиме. И, как я уже говорил, много новых даже идей, много каких-то дополнений появляется в ходе развития. Ну и со среды у нас работает Amir Wallet. Хочется отметить, для нас это действительно такая, ввиду сложившейся ситуации, большая прям, ну, такая, большое достижение и большая гордость за столь короткий срок. Ну, команда приложила действительно огромные усилия, чтобы достичь. Как, повторюсь, что на сегодня уже работает у нас в полноценном режиме Amir Wallet. Это флагманский продукт экосистемы Amir Capital. И то, что я вот сейчас озвучивал, это цифры и результаты деятельности управляющей компании Amir Finance. А Amir Wallet вот со среды, можно сказать, 5 дней на сегодняшний день полет нормальный. Да? Мы запустили, и пункты, я сейчас могу быстро перечислить пункты, которые вам доступны именно в качестве пользователя в Amir Wallet. Это хранение в 3 валютах, это биткоин, эфириум и USDT, в 2 ERC-20 и TRC-20, да, там. И ну, можно действительно гордиться нашей безопасностью. Она на очень высоком уровне, ну, 4-летний опыт нам, скажем, дал такой большой опыт в плане хранения этих активов, да, там, и работает также конвертация, работает моментально, BTC на USDT, эфириум на USDT и биткоин на эфириум. Этим функционалом мы выгодно отличаемся от других кошельков, у которых такого функционала нет. P2P обменник, да, благодаря этому сервису вы можете переводить деньги на большинство банков стран СНГ. Остальные задачи берет на себя наш Amir Wallet, используя в моменте криптовалюту. Кто еще не юзал, не пробовал, прям рекомендую попробовать завести, вывести, произвести конвертацию. Попользоваться нашим P2P-обменником, да, там, купить, продать и дать даже обратную нам связь. Чем больше людей потестят наши, скажем, наш функционал, тем ну, мы более будем совершенствовать его, да, там, и, соответственно, гордиться своим продуктом. Также доступны переводы по телефону и e-mail. Это на самом деле очень просто, надежно, быстро. И еще остался у нас функционал по начислению вознаграждения на минимальный остаток. Это 0,3% по биткоину, 0,5% по эфириуму и 0,8% по USDT. Тоже очень такой выгодный функционал. У нас в Amir Wallet это клиентский сервис, который работает с 7 утра до 24:00 ежедневно, 7 дней в неделю. Ну, не у всех, можно сказать, практически даже ни у кого нет такого функционала. У многих просто техподдержка, вы пишете на e-mail, и связь достаточно. А здесь в онлайн-режиме, можно сказать, вы всегда можете получить качественную консультацию по любым вопросам. Вообще по любым вопросам можете обращаться в клиентский сервис. И вот уже работает мобильное приложение, ну, пока на Android, но вот в скором времени даже уже может, ну, работает уже и на iOS. Это тоже нас очень выгодно отличает. И есть уже рецензии по тем ребятам, которые попробовали вот вывод, и есть даже уже видеоотзывы в интернете, можете там поюзать, посмотреть, что это занимает буквально 1-2 минуты. В среду, завтра я, наверное, выйду тоже с вебинаром. Наверное, ну, также повторюсь о презентации Amir Wallet, об его функционале, да, и о возможностях там вместе с нами
и, с одной стороны, помочь развитию Mir Wallet как продукт там уже по, скажем, по всему миру, и расскажу о новых дополнительных новостях. Будет хорошая презентация баунти-программы по управляющей компании. Я постараюсь завтра это все совместить. Может, немножко еще затрону там по каким-то аспектам всей экосистемы. И в среду мы озвучим регламенты выводов с накопительного, то есть регламенты работы управляющей компании. Вот. Всем большое спасибо за сегодняшний вебинар, за вашу поддержку, теплые отношения. Я сидел весь эфир, читал чат, и действительно, скажем, негативных отзывов практически нет. В основном теплые слова поддержки, и ребята отмечали профессионализм нашей команды. У меня все, Ань. Я готов попрощаться. Увидимся, ребят, завтра и в среду. Всем большое спасибо. До свидания. Не упустите возможность стать совладельцем многомиллиардного бизнеса. Mir Wallet 2.0 – это уникальный агрегатор сервисов для работы с криптоактивами, хранения, переводы и обмены, платежная система Mir Pay, первый маркетплейс с возможностью оплаты криптовалютой, популярные сервисы и услуги, доходные счета под управлением Mir Finance. Только сейчас у вас есть возможность стать совладельцем Mir Wallet 2.0. Всего 500 миллионов токенов. Возможность приобрести долю в компании. Выгодная комиссия и кэшбэк. Скидки на покупку NFT. И другие бонусы для держателей токенов. Mir Wallet. Ваша свобода в мире криптовалют. Global Star Club. Возможности безграничны.